Здравствуйте, вы смотрите очередной выпуск программы «Защита Майзел». Я в офисе адвоката Изабелла Майзел, как обычно. Изабелла, здравствуйте. Здравствуйте, Боря. Здравствуйте, дорогие друзья. Весенняя тема меня не отпускает, но правда такая она сейчас немножко... Скисшая. Житейская. Скисшая. В общем, есть муж и жена, но отношения разладились, и у жены временная грин-карта. Как ей быть? Нужно ли ей в этом браке оставаться, чтобы получить постоянную грин-карту? Либо она может, например, развестись, но при этом рассчитывать на постоянную грин-карту, а не уезжать в свою страну, например. Окей. Это замечательный вопрос, потому что он очень часто встречается. Особенно COVID не принес пользы этим бракам тоже. Но не только грин-картовским браком, но любым браком, да? Потому как люди находились в одном помещении длительные сроки, 24/7, да? Вопрос не в этом. Вопрос в том, что, ну, давайте, наверное, чуть-чуть расскажу, что условную грин-карту, временную, как вы ее назвали, двухлетнюю, супруг получает в том случае, если первая грин-карта одобрена до второй годовщины брака. И тогда грин-карта получается двухлетняя, временная, условная, и условием является продолжающийся брак, и это общее правило. В течение 90 дней от дня окончания вот этой вот условной грин-карты человек должен подать петицию на removal of this condition, то есть на то, чтобы получить постоянную грин-карту. Существует 4 условия получения грин-карты постоянной в такой ситуации. Если петиция подана совместно двумя супругами, если брак был расторгнут не по вине иностранного супруга, если американский гражданин или постоянный житель супруг издевался над иностранным супругом, и четвертое условие, которое очень редко применяется, это если иностранный супруг будет испытывать трудности, если ему придется уехать. В случае развода петиция должна быть подана только тогда, когда развод будет окончательным, когда он вступит в законную силу. Что это означает? Если произошел скандал за 5 месяцев до окончания грин-карты, сию секунду подавать на развод по общему правилу нельзя, потому что во всех штатах, когда ты подаешь на развод, ты должен написать, что последний скандал или последнее взаимоотношение какое-то со вторым супругом происходило более 3 месяцев. И то есть, ну, в исключительных случаях можно постараться сделать за 2 месяца развод, потому что 3 месяца надо подождать после скандала для того, чтобы остыть, да, и принять решение, что действительно вы хотите разводиться. И потом в течение 2 месяцев нужно сделать развод. В некоторых штатах это возможно. Скажем, в Нью-Джерси это возможно. В том случае только, если обе стороны не возражают против этого развода. В штате Нью-Йорк это просто невозможно. И во всех других штатах где-то это можно сделать. Скажем, во Флориде, по-моему, это можно сделать быстро. Короче говоря, это не имеет сейчас значения. Но что да, имеет значение... что на момент подачи, если основанием является развод, развод должен быть окончательным, подписанным судьей в Соединенных Штатах. Говоря о разводе, скажу еще такую вещь. В народе существует понимание, если люди являются гражданами других стран, то развод можно сделать там, в то время как оба супруга живут в Америке. Это категорически нельзя делать, потому что такой развод будет... нелегальным, потому как суд или ЗАГС другой страны не имеет юрисдикцию над этим разводом. Такое дело суду другой страны будет неподсудно. И иммиграционная служба сегодня стала с этим очень грамотная, и они знают, что если оба супруга живут на территории Соединенных Штатов, развод должен быть американский, а не заграничный. И тот развод признается недействительным. Я рассказывала много раз про это. У меня недавно было опять такое дело, когда люди развелись в другой стране.
и каждый из супругов уже успел пожениться, ну и так далее. Приходится разводиться с иностранным супругом, то, что было сделано в другой стране, и жениться заново. Либо существует процедура легализации иностранного решения суда, в том числе и иностранного развода, здесь, в штате, где живут оба супруга. Но, честное слово, эта процедура очень тягомуторная и значительно проще зачастую сделать развод еще раз на территории Соединенных Штатов, потому что новый брак все равно нужно будет делать развод, потому что он фактически должен быть аннулирован по факту того, что человек не был свободен жениться. Ладно, мы отвлеклись немножко от темы. Да, я как раз хотел уточнить одну вещь. Ну, это хорошо, это когда за 5 месяцев происходит. А если супруги в дым рассорились там через год и до окончания первой условной грин-карты еще целый год? Но правило работает. Развод должен быть окончательным на момент подачи документов по этому основанию, на основании развода. Третье основание – то есть первое, когда подают вместе, второе, когда есть развод. И третье основание – это когда американский супруг хулиганил и издевался над иностранным супругом. Абьюз, то, что написано. Да, но это battered в этом случае, но это аналогично абьюз, да. Что по таким делам нужно доказать? Вот по этим трем категориям. Я умышленно не говорю сейчас про четвертую. Что по этим трем категориям нужно доказать? Во-первых, что супруги вступали в брак с намерением создать семью, и никакого другого намерения не было. И второе, что семью создали. То есть, что они вели общее хозяйство, что у них были общая собственность и общие обязательства, что у них были общие финансы и так далее. То есть, по такому делу, по I-751 Petition to Remove Condition, мы обычно собираем коробку документов. В прямом смысле коробку. Okay? Потому что там должно быть все. И нужно понимать, что если в такой петиции отказано, то апелляции апелляционного процесса не существует на отказ этой петиции. И дело отправляется в иммиграционный суд, депортационную процедуру. И поэтому очень важно правильно собрать документы по этой категории дел. И очень важно все подать вовремя. И если петиция подана не вовремя, вот с нашим случаем с пятимесячным, да? И не успели сделать развод к тому дню, когда заканчивалась грин-карта временная. Это тоже не конец света. Можно подать, скажем, чуть позже, объяснив, почему не подали вовремя. То есть ждали развода? Да, это классическая ситуация. И если имел место и абьюз, то есть и издевательство, и на этом основании был развод, я зачастую для своих клиентов подаю документы и рассказываю о том, какой был абьюз, то есть какие были издевательства. А потом, когда мы заканчиваем с разводом, и у нас есть решение суда о разводе, тогда мы представляем в иммиграционную службу этот развод и меняем категорию, по которой была подана петиция. А с точки зрения перспектив получить уже постоянную грин-карту, вот развод создает некие сложности, либо это, в общем, нормально, и как бы иммиграционные офицеры понимают, что разные житейские ситуации бывают? Конечно. То есть главное доказать, что это был настоящий брак. Что когда брак заключали, было намерение создать семью, и семью создали, а потом что-то не сложилось. То есть в этой ситуации с разводом даже не надо доказывать, что американский супруг гулял, или американский супруг использовал наркотики, пил, или имеет просто какую-то любовницу и хочет туда уйти. Да? Это даже доказывать не нужно. Это могут быть irreconcilable differences, то есть мы не можем дальше продолжать жить, потому что мы не совместимы. Главное, чтобы развод не имел места по вине иностранного супруга. То есть главное, чтобы иностранный супруг не завел себе на стороне другую семью. Или чтобы иностранный супруг не издевался над американским супругом.
Понимаете? Да. То есть вот это самое главное в этой ситуации. Если дело попало в суд, что можно там сделать? Во-первых, можно переподать петицию заново с иммиграционной службой. И суд тогда подождет. И если будет получена грин-карта, то после этого нужно будет прекратить дело в суде, производством. Можно подать в иммиграционную службу петицию по другому основанию. Скажем, раньше подавали вместе, все было прекрасно, развелись, и можно подать теперь на основании развода в иммиграционную службу. Практика обычно показывает, что если было отказано первый раз, и если проводилось расследование, Fraud Detection National Security расследование было, то тогда в иммиграционную службу нечего идти. Там уже никто ничего не одобрит. Существует возможность просить суд, просить судью проревьюировать этот отказ и вынести самостоятельное решение. Потому что по закону только судья может прекратить временную грин-карту. И поэтому судья имеет право проревьюировать этот отказ, а там мы представляем все доказательства совместной жизни, совместной собственности, совместных обязательств, то есть ведение общего хозяйства. Мы приводим свидетелей, которые дают показания, что это настоящий брак, и они знают, что это муж и жена, и так далее. И тогда судья выносит решение по этому вопросу, и человек получает постоянную грин-карту. Еще очень интересная вещь, несмотря на то, что дело человека находится в депортационной процедуре в иммиграционном суде, именно по этому конкретному делу и ни по какому другому. Человек имеет право выезжать из страны и возвращаться обратно. То есть такого права нет у человека ни по какому другому делу, если оно находится в депортационной процедуре в иммиграционном суде. Я думаю, что мы осветили этот вопрос. Если у наших зрителей будут какие-то дополнительные вопросы, они знают, что их можно писать под нашей программой или можно писать мне на e-mail isabella@myzalogroup.com или звонить в офис и назначать консультацию, видео или лично. Окей, спасибо огромное. На этом наша программа завершается. Продолжайте нас смотреть, лайкать и все такое. Изабелла, спасибо большое, как обычно. Спасибо вам большое, Боря, за помощь. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал Кольцов ТВ и Адвокат Белла, лайкайте мою страницу в Фейсбуке, MyZaLawGroup, и следите за иммиграционными новостями, которые я публикую практически каждый день на Фейсбуке. Удачи, добра, благополучия вам и вашим семьям.